Косы сбивает, вся хуйня, короче, вот это. Нахуй вы дождиком поливаете, хочешь набить мобов, ебаный в рот, ничего. Я с ума сошли, нахуй, стрим оба дождиком поливать. Началось. Конечно, два духа запустил. Ну, пошло, поехало. А что мы... А, Саня не пришел. Солдат, типа, не идем. Угу. Ты палишься пока. А я звук туда выключу и все, блядь. Да в такие рейды только под пиво и ходить. Что, хуёвый рейд, что ли? Блять, охуенно шипы дамажит, я меня кайфую. Я про сложность. А, легкий что ли? Да. Короче, это... Все все знают, ставлю рыбу ебашину. А танков распредели, я не знаю. Как да, морель, что такое, нахуй. Нормально, кто кого танчит, просто скажи и все. Короче, я двоих забираю, типа, Кизлера, я слепоглазый, потом... ты забери, короче, наверное... Или я троих должен дальше, что-то проебался. У нас с изморским от танка спекнуться. И трусователь. Давайте спекайтесь. Изморский в танка, трусователь в танка. Спекайтесь. Давай я возьму Олма на себя. Так, я просто ДК, могу стаки сбрасывать. Единственный, блядь. Давай, давай, ты Олма заберешь, давай. А, дальше сами бить, как хотите. Стреляй, ты где, на? Стреляй, алло. Тут, тут я зайти на сервак не могу, соединение с сервером разорвано. Так дропни его. Зайди, короче, не знаю, с другого места. А у кого фласки? Сейчас кухня зайдет. Ладно, короче, трусователь заберешь короля себе, потанчишь его в трусах. Олма заберет у нас, получается, апокал. И Кроша потанчит у нас трусователь. Косты позбиваешь ему, поможешь. Потом кто еще поможет сбивать ему косты, я не знаю. Блять, маги, берите все, запомни цель, короче, этого. А, погоди, что-то я проебался. Я забираю короля и Квизлера, точно, ебать. Затупил, извините. Все, отменяется. Смотри, из Мурской забираешь Кроша. Трусователь забираешь, слепоглазый на себя, ставишь его в крест. Где-то там рядышком тусуешься. А пока заберет Олма, а я потанчу двоих короля и Хитлера. То бишь, трусователь сбиваешь косты слепоглазого. Слепоглазый, запомни цель, взяли все маги. Сбиваете ему хилочку. Короче, уржи все умеют, умеют. Стреля, что, надо тебя ждать, нет? Он Декс пришел. Гламур, спекайся в хила. Так Майлик в хиле вроде сидит. Кто в хиле сидит? Майлик. Я Майлик попросил спекнуться в Крупала. Так как у нас 4 хила, типа Мавар в ШП. Что же проще? Я не знаю, хватит ли нам про хила. Да должно. Хватит. Сейчас скажу. И милишники уберите этот пламя свою тринку, чтобы собаку не хилить. Там большой хил. Собак вообще бить никто не будет. КС-очку на босса бросаете и все, нах. Собак собирается это. Апокал. Да пизда нахуй. Декс, плюсую от эту пати уже.
Короче, напоминаю, Кроша танчит у нас, блядь, из Морской. Трусователь танчишь, слепоглаз сбиваешь, косты плюс май сбивают и косты ему. Обязательно звездочка, блядь. Я забираю короля и Фидлера. Так, шмот нормально одеть, и все, не пипец. Сопрот ебать. Рыбу я оставил, не ставил, не знаю. Еще одну рыбу. Че, баночки-то у кого-то будут? Не знаю. Баночки в этом. В ГБ. А в ГБ мы брать не можем, блядь. Да давайте хотя бы это без баночек, я думаю. Пристабав, баф эти ебашим. Алкобан. Ой, ебать. Аж хуёво стал, когда сказал алкобан, где выпейте, блядь. Ой, блядь. Чек на пул. Ебать, сейчас собака никто не будет. Никто не бьет, пока боссов не поставит, короче. Не тупите, пожалуйста. Лыбу выносите, пожалуйста, и всё вот это делайте. Всё, 2 дебан пул, поехали. Умрем, расходимся. Тихо, пацаны, умрете от собак, ебать, чуйка у меня. Сказал, блядь, сюда моба отдать. Сацуны, БР, дайте. Заберите этот песика. Подожди, я не вижу его, блядь. Веру давайте. Инер по сацуну дайте, диспел по рейду дайте. КС новому закидайте по КД, блядь. Да собаки же тут проект. Собак никто не забирает. Собак-то пуливайте, ебать собак, ну логи ебать, вы чё там, не можете забанить собак или чё? Или приручить их ебать? Диспел по рейду, чё диспела нет? КС обновите, хорошо. Силки там сбивают русователи основные, ёб твою мать. Асису просил. Короче, Инер, Кусяо, отдай по Сацуне, Чеславный, отдай по Марухичу. Я давал уже, когда резнул его, сразу дал ему. А, ну ладно. Нормально сейчас будет. Где набивай ману, я не знаю, нахуй, ебать. Чё там, кто активен-то, Крош? Крош. Ебать, ну Крош активен, чё, видите, кто активен, ебать. Бомбы выносите. Когда будет каста уешный, дайте, короче, это... Я массе. Массе или мастера его. Короче, Саня звучит, мне не видно там, блядь, когда он поставать будет. Где-то скоро должен поставать. Каст начинает. Всё. Да. Мастера. Простил, простил. Здорово, ребят. О, шикарно. Бля, Марухича Берлинка. Милики, попинайте собачек, ебать. Для Берните Марухича, пожалуйста, чем Бэром нет? Нет, для Бэр. У нас два танка друида, только не Бэр. Чеславный, у тебя Бэр есть? Дай ему, пожалуйста. Нет, давался Бэр. Сейчас Кроша убьем, будет Бэр. Ну, из Морска освободится. Блядь, Зимнер надо какой-то. Там от Зимны нам... Дайте Зимны нам ману, пожалуйста. Тут пиздец какой-то. Что, убили Кроша, да? Да. Да. Хуя вы сильные. Полум активен. Полум, Питюка, ебать. Ебать, собаки на полосе. Ахиса, поменяй печатку на одиночную цель, чтобы собак не... Диспел. Что-то бить его все, блядь. Тебя убили? Все хилы под жагой можете убить. Все, Ярик, забирай, короче, этого короля нахуй. Да я знаю, уже, блядь, не дал, как чётко проработано. Че, красавчик. Как же охуенно тут танчить. Пьешь кофе, блядь, одну кнопку тыкаешь, нахуй. Не говори.
Я говорить могу или отвлекать? Буду... Нет, а, говори. Говори. У нас ради все можно. Короче, позвонил, сказали, какая-то общая проблема, видимо, что-то там пизданное или что-то. Не знаю, сколько будет. Да, у тебя стрельбол, что? Говорю, у тебя же, блядь, какие-то там мега-тарифы с телефона хуй раздашь там. Не, в пизду, с телефона я, блядь, этот, ну как бы... Да чё вы без меня просто не пошли, надо было без меня идти. Там короче, я вам пачу никому не дам, пока бьётся бой, босс. Типа, ну, не плюсуйте мне, пожалуйста, у вас много, но... Дай помощника, я буду давать, я буду плюсовать, давайте давать. Дискорде... Поставь на завтра тогда, леди, может. А завтра... Так я, меня не будет, меня завтра не будет. Нет. Меня до 6 числа, до понедельник, среду не будет. А потом уже после 6 числа буду каждый день. Ой-ой-ой, пизда, да, рейда будет. Андрюха, но... Андрюха будет вести рейды. Тогда все в нули, но еще должны будем поебать. Прохиливаем на сейф одно. Или в акции. Декс, бей, охро. Дал сальму под акси. Все, бей. А че из морских короля бьет? А, он же там. Все. Дел по дому нахера наделаю. Посуду помоешь. Посуду. И вы можете на слеп глазе. Что-то я посуду мою каждый раз, когда поел, приучился. Приучили. Я твоя будет довольна, что ты будешь осидеть не за компом. А жены все равно нет, бля. Так что, облом, капец, вдвойне. Бля, у меня все равно в голове не укладывается. Как это так, бля, что за тариф такой, что когда ты получаешь компу, бля, телефон... 4 секунды, хилы, отбегайте. И у тебя, короче, это... Хилы убежали. Это и у тебя, блядь, это короче, Беларусь. Бабки другие снимаются. Что это за пиздец? Это Беларусь, детка, скажем так. Ты, скажем, спизди, не спизди, что-то. Ты Белтелеком. Ну, Белтелеком у меня, ебать. Этот Белтелеком и МТС. Вот с МТС раздаешь, 100 метров бесплатно раздаешь. Потом за каждый сколько, я уже не помню, сколько говорил. Чё ж прописать в компьютере, блядь? Таня, в Ютубе найди, там пишешь, две цифры меняешь в настройках компьютера, и все, и ты раздаешь бесплатно с телефона кого. О, видишь? По вашим советам сейчас Саня на 8 лет уедет. За две цифры. Найди в Ютубе там это, раздать безлимитище там на компьютер с телефона, и там будет цифра. А потом в фул в Телеграме. Бля, не дай мне чуть по глазу, че нет? Дима, ты в этом уверен или этот? Я уверен на 100%, у меня на работе все пацаны так играют. У меня дома так прописано. Если у меня интернет включается, я оставляю приемник в компьютер. Ой, бомбей, бам, нахуй. Все, бей. Сейчас добьете этого. Скучно. На мишке остался. Так, еще раз, что мне нужно сделать? Захожу куда? В YouTube, что еще в YouTube найду, блин. Мулатки.ком. Сейчас ссылку. Только заходи через Shift Ctrl N, чтобы жена не спалила. Нихуя себе, блядь. Мы такое знаем, блядь. К тому же все отлажено. Ты пока все это наизусть знаешь, ну красавчик. Мощные руки, наверное. О, пока, например, Fivo.ru, не знаю, какой-нибудь. Другие сайты не смотрят. Тикток просто помог, ебать. Там глыба будет, что миликер. Глыба. Таня, во флот скинулся. Если ты этого не знал, это пипец.
если в открытом доступе эта уязвимость есть, я не думаю, что эта компания так оставит. Типа. Я, парни, это работает уже 4 или 5 лет, это только МТС белорусский ввел это ограничение, даже и Россия. Там 65 изменить на 64, и все. Все проблемы в мире выйдут. Нихуя себе, две цифры, блядь, одну, а не две. Серьезно, вот, блядь, вот, вот работает. Че там по ДПС? Ничего. Ты третий. Ёбаный вот, рот. Касание ссылпуск. Народ, давайте кучкуемся, побежали. Голд смотреть. Гол. Так, кому-то надо было обспать сюда. Стибиди. Дайте ему сейф. Когда соберем. А мы, блядь, немного собираем, он же не обычка. Мы их вообще бить не будем. Мы скипы. А. Я забыл, это же не обычка. Блядь, и как вы мне комбо повесили, блядь, пиздец. Ну на тебя пули. Я думал, стал сейчас пройду, блядь. Это ты видишь, ты там стоишь, а мы у тебя идут, а все весь рейд здесь живут. Пиздец, смотри нахуй. Это позло. Я прожмусь нахуй, я доберу. Не, не добежишь. Нет, так. Так, надо на тщеславность груля напулить. Что-то он слишком въебался. Да я скинул. А у тебя есть ЛП на печеньку? У меня? Да я не про тебя. А. Давай. Зачем вставай? А, давай, сейчас возьмем тебя в рейд. Ну прикинь, меня Масарес не достал, это что за... Да ты далеко, а, далеко. Не повезло, не фартануло. Пацан шел к успеху. Че у нас по петам? Тот пет не работает. Работает. Уже не работает? Угу. Все, блядь, месяц. Я не ходил полгода. Короче, тогда давай, кто там, да, не знаю. Трусовать мама, Макс и Машет. Андрюх, ты будешь пост держать? Ну да. Короче, босс, ты тут? Босс. Раз, еще раз. Дима, слышно? Но. Так, ты мне скинул ссылку, я просто нужно было срочно... Короче, босс, пойди нажми камень, да, чем портал куда-то. Этот... Мне просто сделать то, что там написано, и все? Да, тебе там только поменять одну цифру, все. Уйди в Долран, пожалуйста. Мы возьмем другого лока. У него есть ЕП на печеньку. Этот, Стой, что-то хотел спросить. Забыл. Ну, спасибо. Смуните сюда, короче, сейчас этого эмобоя вместо его. Итак, короче, кто он под ебалом будет стоять, сейчас выберем пацанов мощнейших. А пока лабери, сто процентов. Так я в танке, Саня. У него резист ледяной какой. Зачем здесь два танка? Закрывать, блядь. Вроде бы нормальный. Славный, или пусть трусователь закрывает, а я, блядь, пойду под ебал. Трусователь, вы будете закрывать, там бегает сзади. Так, изморский тоже будет сзади бегать, там закрывать с вами. Блядь, сюда. Слушай, живучий. Пепелок точно, живучий шарит. И дудры. А у пепелка... А, он в дестрике, все понял. Все, короче, первая, вторая группа под ебалом. А нет, чему его надо убрать? Давай рыбу.
Вы взяли такие интересные демона, выкинули? Ну, нахуй нужен. Значит, Декс. Декс, ты в Дестрике, да? Да. Ну все, место тьмы, короче. Первая, вторая группа, короче, под дебалом. Они всегда должны быть засчитованы, блядь, у меня. Под каждый каст. Все. Ничего, я основной, не знаю. Короче, сзади там, не знаю, давай, кто там, блядь. Я пока закрываешь у двери, потом трусователь закрываешь, блядь, 2 метра. Вот, вот, вот. Давай я сначала буду закрывать справа, там, где эта хуйня, и потом сзади возле двери. Все, тихо. Короче, пока в район квадрата трусователь ловишь первый в луне, там, и из морской закрываешь в виде креста. РДшники помогайте закрывать. Мелики тоже, ну, типа, ну, мелики будут заняты, соответственно, первая, вторая группа. То бишь, третья, четвертая группа, смотрите, блядь, где руки всегда по КД, нахуй. Силы подцепляете. Напоминаю, в руки можно заходить раз, либо два раза, если вы можете засейвить себя чем-то, там, глыбы, хуибы и так далее. Нужно все были, блядь, по 500 тысяч раз, не башу. А что, сзади моба будем убивать? Нет. Нет, трусователь, махнем сейчас. Ты, короче, в кресту и квадрат, а я, блядь, луна и квадрат. Напоминаю, первая, вторая группа подъебала нас. Это что ли до этого, из Морского? Я не жарю, что там делать. А кто, кто более опытный из тех, кто здесь бегал? Что там делать? Подъебал он стоять, ты что, нахуй? За кем бегать, ты имеешь в виду? Ну да, чтобы понимать, когда бежать, куда убежать. На Б не поставь. Из Морского, из танка спегнись и закрывай руки по КД, там, в районе креста. Хули вы, блядь, что-то спорите, что-то делать-то нехуй, ёпта мать, вы что, издеваетесь? Ну стоите под ебан, когда будет там 90-98% враги, он будет кастовать, ну типа 100% враги будет кастовать, как он называется, блядь, удар ебаный. Адский удар, я отворачиваю в сторону, вы отошли вправо и все, блядь, ну это касается первой, второй группы. Из морских кто-то стоишь, ты просто руки появляются там в районе креста, там, ты просто по КД заходишь, руки закрываешь, можешь саппорт выпить, постоянно в медведи. Вы че, блядь? Похуй, поехали. Все готово. ДДБМ пул, пожалуйста, на булы на медведи не врывайтесь сразу. Дырка танчит, нахуй. Мы знаем. Тихо будет. Бенни, ловись, стрелю. Медведи лучше всех. Все, Еру, давай, ебашь. Все первая и вторая группа должны быть по КД засчитованы, блядь. Руки за... На пол, да, ты чё? А, кстати, я ещё хотел спросить, если первую, короче, печку не ловить? Типа, скипнуть первую, понял, 40 ради. Что будет? Да пизда тебе будет, скорее всего. Причем? А чем мне должно быть пизда? Давай проверим. Не, я не, я говорил именно с пула печка, понял, где там вторая. А. Да хрен его. Танка тоже щитуй, только подкаст уже в конце старать. Готовьтесь, скоро будет. 94 раги. Заходите сзади. Что? Подалёт. Руки, блядь, закрывайте по КД, вообще не смотрите нахуй, кто там за вас закроет, все бегайте. Бежите, я только что закрывал, у меня висел дебаф. Скорее всего, после этого шеломля еще будет адский. Простил. Либо сейчас дальше, либо еще адский. И печка, блядь, открывается, почему-то. Готовьтесь отбегать. Вот, я шеломляю еще. Сразу удар и отходите. Отходите. Один под лицо, зайдите. Вы не бенаси, дайте БР сразу же. Из Морска и потом даже БР по ему бою. Вы не бенаси. Я под лицо зашел пока что. Вы не бенаси, вставайте под лицо. Забафайте сразу его.
что, блядь, вообще Рога может умирать, как было знаю. Пилок на фул держит. Так, руки в миле. Все, закрыть. Обязательно сейчас защитуйте под этот удар. РДДшников, приоритет. Так все, он умер. Декс, это лагерь. Есть у кого еще Б? Сал там тут. После шумовляющего станешь. Забафать сразу. Каску, лапу, всю хуйню. Там пета вызови, связку включи тоже. Кураски, готовьтесь. Я подам. Еще один шамуля еще будет. Адск ты. С дивана да? Вставайте, два человека подъебало, подъебало два человека. Красовайте, да оставайтесь, с Изморским сейчас я приду. Да все, блядь. Давай, диван. Да. Ну камни, это типа руки, понимаешь? Андрей, что два танка могут закрывать, ебать? Пусть типа Изморский, либо отрисователь ДД идет и все. Тут же, блядь, маги есть, которые могут еще тэпнуться на, к нам назад. Давай мы срез. Короче, я не знаю, тут, ну, щитуют всех постоянно. У меня в ДСДЦ щитуют, у меня всегда все подказы защитованы, блядь. Типа начинаешь, короче, с любого, блядь, не знаю, там, с первой группы кончаешь мной, типа, танком. Типа как раз последний щит вешается, типа, на меня и на танка, типа, под удар. У меня все всегда под щитами, под каждый касс, нахуй. Японец, ты тут? Услышал? Первая и вторая группа всегда должны быть под щитами, нахуй. На остальных похуй. Ну, люди пишут, что не всегда под щитами находятся. То у нас два ДЦшника. А, это ШПшник. У меня ослабление не висело, оно как раз кончалось, значит, считаешь как-то рандомно. Рыбу ставлю. Хотя это тем Super Roll тут тоже поставьте, блядь. Я поставлю. На кого сила не хватает? Если шотнет, то там силы хоть 5 сил, по 10. Блядь. Чек на пол. Блоки закасуйтесь, АСС, бля, пепелок, бля, этот. Удраем индексиона. Если кто подъебал, он стоит. Все, ты добьем пол, поехали. Ну, хочешь стерлить, я дам, блядь, а гробы себе наберешь. Может быть, так кто-то набирал.
Да. Бенни, ДПС, блядь. Все, дали интернет мне. Ну вот, видишь, как хорошо. Сейчас СВК еще пойдем, блядь. Руки около продать закройся. Бля, я тут закроюсь, что. Короче, понял, приоритеты они должны быть засчитованы обязательно, когда там 20 стаков плюс. Первые 10 стаков можешь, блядь, не засчитывать. Но после стака, вот 20 стаков. 30 уже их шокнуто. Готовьтесь, по-радски вас будет въебало. Адски. Руки не закрыли? Руки, да. Блядь. Адски. Да пиздец, вы, блядь, че угораете, нахуй? Саня, успею дать город? Успею. Санечка. Ты где его дал? Да, нормально, нормально дал. Давай медведя тоже руки позакрываю. Протираю уже. Не-не, тут не-не-не, тут я, блядь, метр не добежал. Прям перед ним, перед моим ебалом закрылся. Бля, вы, короче, пожалуйста, смотрите, по сторонам, по мате закрывайте руки, типа. Допустим, в кресту может стоять три РДДшника, которые будут меняться на руках. Чтобы Изморский сюда не прибегал, он бы стоял сзади. Просто люди не хотят двигаться вправо-влево. Нет, я про Изморский. Просто Изморский здесь бегает, где крест, и назад пытается сбегать. А станет 3 РДД в крестике, и все, и они будут закрывать спокойно эти руки по очереди. Изморский, если на тебе дебаф, ты все равно можешь встать, ты же в танке. Тебя это не пробьет дубов какой? Нет, готовится. Он не успевает до заднего добежать, двое рук закрыть подряд. Я просто по не успел чуть-чуть добежать. У меня сзади просто двое было. Поэтому танков и ставят на закрытие рук, что они могут по КД просто закрывать. А, ты из Морски не знал, типа, об этом, что, типа, если дебался, ты похуй можешь сразу закрывать? Ты ж танк, ты можешь хоть нахуй все закрывать их. Ладно, успевай добежать, блядь, до них. Как там дела у вас? Йо. Руки не закрываются, нахуй, умираем. Минус по 2 из-за еще. Всем РТДшникам. Хуяли, я закрываю. Это не нормально. Не закрывал. Тут я не успел просто, ебать, добежать. Ну, блядь, это надо, чтобы кто-то сдавал людей, если я там нихуя не вижу. Ну, я сказал, сейчас, если я не успел добежать, там метр перед моим ебалом закрыть они. Включай, Войт, этот стрим, если упадете. Буду смотреть. Только встань на Макс Рензу, отдали камеру, я, блядь, буду сейчас смотреть, блядь. Контролировать. Смотрящий придумал. ФСБшник. Калькулятор достает. Дали, блядь, ему интернет. Не, ну это правильно, хули, блядь, типа, ну... Детельщик еще есть. Вон, я смотрю всех, кто не становился, оно даже видно. Почему, сейчас блядь, готовьтесь, кто ни разу не подбежит.
закрыть руки и получите минус сразу. Минус 500 за лайф. Потом минус 1000 будет со второго трая. Все будут бегать. Вокруг босс. Слава, отдали, пожалуйста, камеру, а то плохо видно. Похуй, чуть-чуть меньше подамажишь. Прям на максимум отдали. О, заебись, красота, все видно. Спасибо. Ну вот, половину как стояла, блядь, так и не дернулась даже. Еще раз. Являются руки. Смотрите, следите. Малик под ошеломляющий следующий по счету Т4 РДДшников. Ты посмотри, все РДДшники начали бегать. Потому что, блядь, заебали, честное слово, свое время тратят у чужих людей. Пару метров сложно сделать. Лучше уже с собой пожертвовать и сдох. Все, Си, больше не иди. Пока. Он, Слава, на каждую руку бегает. Ой, иди, ой, иди, сдохнет же, блядь. У него тучка есть. Аски, готовьтесь. До сих пор левая хуета вся, все, кто слева стоит, немножко сзади подбегите, чтобы были готовы сзади закрыть. Красавич, смотри, сейчас выбежать надо будет. Бежали сразу. Спросил Декс. Чему его просил, просил там Райда. Легко стоял. Чему я руки закрывал, походу. Поэтому принимаю его. Следующий ошеломляющий зачастую. Через один ты. Да я говорю, вы считуете, ну, эти, хотя хапалы, типа, на 30, там стак на 20, а не прилетит ничем, вот, первый. Там каждый можно чередовать, когда будут скидывать. Ну, я вообще, типа, в общем. Там остается 2 секунды до... ...пада КД. Руки опять, смотрите, закройте. Там есть лок и какой-то маг, даже не дергается. Не могу сказать точно кто. Слева, возле крестика. Кто стоит? Там бой, скорее всего. Сдавать не будем. Я сдал. Вот этот вот человек, да-да-да, Слава. О, побежал, молодец. Сейчас будет приходить с этим. Ну, блядь, это удар ебаный отстыть. Няма сейф КД. С этого удара, смотри, сразу бежите. Я умер, я забегал. Адский еще один. Раздайте БР Кусяу, потом Кусяу даст БР чисто славность. Yes. Блядь. Ну типа не отбегает вообще типа. Освободите кто-нибудь место. Ну заходи вместо можно. Меня. Сейчас давай. Сложно бежать в сторону вправо, блядь, я хуй знаю. Да, адский удар убил. Марик, это хуяр масрес. А, нельзя. Почему? В смысле, у меня нету анима. Ты, блядь, ой, на рейда нет КД. А, во, все, теперь можем. У меня почему-то он закрытый. Нет, его пользоваться нельзя.
Не дорос еще. Че, это пэш тогда еще? Как там было? Почему сдохли? Потому что... Пустяло умер. И началось. Еще раз. Кусяо умер из адского, и начались адские с памяти. Но он умер по своей причине или потому что был сначала ошеломляющий, потом адский? Он умер. Я побежал сразу. Я умер слева. Первый раз. А потом мне ответственно сразу хвататься. Там просто бывает, если ошеломляющий, он откидывает, и там очень сложно отбежать. Возможно, даже и не получится. Не, я бежал нормально, я бежал за медведем, я чисто за него смотрю. Не, не за медведем надо бежать, надо народ, бежать просто... в противоположную сторону, вправо. А, ну значит, да, он. Народ. Андрюха, дай помощника, пожалуйста. На, помощник. Где-то. Медведь отбегает влево на адском. Я понял, вправо, понял. Поставьте шкаф, засуните сами. Раз поставил. Сколько у нас танков, трусователь, бокалы и изморский бегает? Сзади, да? Да, да, именно так. Давай изморского под лицо поставим, а этот я побегаю, нет, вместо него. Будет проще. Так, я тут-то, ничего не пропустил. Смотрите, первую пати, главное, защитуйте. Я в первую пати самых дрявых закинул. Просто в первую пати не закидывайте щиты вообще. Закидывайте перед ошеломляющим. Во время каста можете пятерых успеть засчитывать. Я первый начинаю. Майлик тогда второй будет. Т4 давать. Через одну будем кидать. Я имею в виду, про больше престолов имел в виду. Или давай... этот мавар будешь первую считывать, пуси-гуси вторую. А я с шпешником, чё мне, в ДЦ? А, ну тогда пуси-гуси, не-не-не, я думал, ты просто в ДЦ. Мне кажется, я... вижу в теле. Сань, там так не работает, первый, второй считывает, там уже дебаф вешается, один и тот же, нахуй. Не, это понятно, я имел в виду, что просто их не считывать до ошеломляющего удара, и во время каста ошеломляющего, если... читывать пятерых человек. На. Парменталь упал. Забежал под лицо вместо него. Да есть вэр у кого? Да есть у кого. Да, у меня есть, сейчас дам. Дал. Да, Юрий. А, дал. После ошеломляющего встанем парменталь. Ладно. Да, убил. Руки скоро будут. Руки закрылись. Саня, закрой справа. Саня, прыгни вправо, не догоняй. Блин, я же, блядь, отдавал блин. Меня еще подлагивает. Не-не, Мелик только первую пати считует, там во второй пати Мелик не убьет. Я прям... Вот следующий. Сзади двое рук. Так, не беда. Адский. Андрюха, Эрель, я вообще не лагает, пиздец, просто, видимо, они что-то не до конца. Еще раз адски. Сделай. Обратно подъебало. Первая, вторая рука. На ХП скинул. Первую, вторую прохи. Приоритет. Я тут свой этот зайти типа, помогу позакрывать. Четыре. Что вы сзади? Читуй за 5 секунд, если у тебя по ДБМ отображает. Он кастует как-то по уебски. Бля, Декси на бот, иди за огром, а? На бот, стыдь огром. Чё, мне на пол, да? Всё нормально.
Короче, у меня пояс стоит, я упомянул. Я еще один разгонюсь по. Спросил адский. Пиздец, блядь. Кто, чё, кто, блядь, не уходит, подъебало, не заходит обратно? Что за пиздец? А там, получается, если кто-то умирает, он начинает адский. Да никто не умер, просто подъебало. У нас ДЦ умер, получается, и он адский нашел, кстати. То есть, прохилился. Второй адский, был, типа, короче, один человек не подбежал, подъебало. Да. Ну а быстрее, типа, пока лежат. Кто-нибудь подбежал. Я пинг 6400, ебать. Кто они там намутили? Чего вы сейчас сдохнете? ДЦ херовый. Ну после адского кто-то подъебал и не забежал все. Я отвернулся на акт и стали ему пачку, и один человек не зашел, и второй акт въебал. Часовность, ты понял, что здесь делать? У меня есть подозрение, что это он делал. Я? Честно, ну не знаю, остальные все... Ну, ты что, скриншот? Вон он, мы двое вместе лежим. Ну, смотри, типа двое человек не забежали, это Ахиса и Рога. Блять, и гонишь, и меня охуеть можно. Не, вон, мы вместе двое лежим. А здесь, вот слышишь, вот, не хочешь, не хочешь, блять, я отбежал. Парень, тихонечко, тихонечко, пожалуйста, секундочку. Есть, Валик, меня вместо гламура перекинуть, мне надо по наушники помять в магазин. Я сейчас в чат, в дискорде скину скриншот, кто как лежит. Мы делаем выводы, кто не забежал. Пожалуйста, у меня единственная просьба. Вообще поебать на ваш ДПС, первая и вторая группа. Пожалуйста, просто, блядь. Стоите